13 – счастливое число для Пегас Туристик. Под этим номером в Самаре открылся новый фирменный офис компании. Официальные представительства лидера турбизнеса в регионах появляются сейчас с завидной регулярностью. Взят курс на, будем говорить, на очень хороший уровень обслуживания, который могут обеспечить в основном, конечно же, фирменные офисы продаж, которые получают не просто эмблему компании Pegas, а которые обладают очень большим опытом, обладают очень хорошим профессиональным менеджментом, имеют очень прекрасную разнообразную продуктовую линейку. Бренд только в руки профессионалов. Pegas Туристик доверяет открытие фирменных представительств самым опытным и надежным компаниям. В Самаре это прежде всего представители туристической элиты региона. Новый филиал возглавила Ольга Новосельская, директор компании «Турстайл». Мы гарантируем профессионализм наших сотрудников, которые работают в офисе. Все они проходят специальные сертифицирования, обучение, стажировку, сертифицирование. Ну и, естественно, это гарантия того, что человек заплатил деньги в фирменный офис, значит, он получит действительно достойное обслуживание. Гарантия и надежность – главное преимущество фирменных офисов. Поэтому они так востребованы среди туристов. Торжественное открытие нового филиала постоянные клиенты Pegas Туристик поддержали с энтузиазмом. Тем более, что для них компания приготовила увлекательные конкурсы с призами. Единица Турции. Привет, Калера. Молодец, аплодисменты! И вы получаете вот такой фирменный подарочек от нас. Кульминацией праздника стало подведение итогов акции 100 путевок со 100% скидкой среди постоянных клиентов крылатого туроператора. В сотню победителей попали и 4 жителя Самарской области. Это специальный комплимент за очень хорошие итоги, которые показали в 2013 году наши фирменные офисы продаж, обслуживая туристов. Предоставление проживания идет со стороны наших партнерских хотельеров, гостиничных комплексов из разных стран. Кроме того, проживание и, естественно, перелет к месту отдыха обеспечивается самим оператором. Обратиться к менеджерам агентства за подбором тура самарцы могли уже в день презентации. Новый филиал открыт для жителей города ежедневно по адресу улица Новосадовая, 106-Б. Ирина Егорова, Максим Юрисов, специально для 63.ру.